30 лет после Афганистана. Накануне памятной даты 15 февраля, когда последняя колонна советских войск покинула страну, воины-интернационалисты по традиции собираются вместе и делятся воспоминаниями. О войне сегодня говорили так, словно было это вчера. Бои шли в центральной части Азии почти 10 лет. Воевали 30 тысяч белорусских солдат. 771 из них домой не вернулся. Когда загорелась лампочка в самолете, и сказали, мы на территории уже Афганистана. И вот тогда нас уже инструктировали, даже тогда в Киеве, что можно ожидать все, что... Даже год обманываем, что в Венгрии, что там полевая почта, ну и полевая почта. Я так писала своей маме, ну вот что я в Венгрии, чтобы не травмировать. Это наша вага. Мы все переживаем, там погибли наши друзья. И то, что даже на 9 на этих лет мы задержали, вы знаете, сколько спалено мешков с героином, с нашей. Вот. Это столько не попало сюда, в Советский Союз, для наших молодых людей. Афганская война стала первым опытом подготовки масштабных спецопераций против бандформирований и вызовом международному терроризму.